Первые шаги к Богу. С чего начать? Очень важно вот об этом думать. И как вот я иногда шучу, ну вот так говорю, что вот если сейчас вы сразу начнете говорить о богословии, о святых отцах, вот для человека, который вообще ничего не знает почти о церкви, кроме того, что она есть, что у нее есть купол, там, да, дверь, куда можно заходить, то они практически сразу не будут вас слушать и убегут. Потому что для них это терра инкогнита, то есть неизведанная земля, это какая-то непонятная вещь. Поэтому самое первое, кстати, я наблюдал у одного старца, что он говорил для таких внешних людей, он говорил, начинайте молиться. Начинайте молиться. Это то же самое было в моей жизни. Вот когда нам раздавали в школе Библию, Новый Завет, еще, кстати, по-моему, даже протестанты раздавали, вот, слава Богу, все, кто вот не попал в протестантскую, да, но вот Евангелие и вообще Новый Завет остался. И когда я заболел, я вспомнил о Боге, вспомнил, и там было написано, Господи, признаю Тебя, Господи Иисусе Христе, признаю Тебя своим Спасителем, помоги мне. Пусть даже молитва не православная, но с этого начался мой путь к Богу. Я начал читать Евангелие, углубился. Вот. Поэтому начинайте молиться, начинайте обращаться к Богу. Вот когда вы хотите установить контакт с каким-то человеком, там, начать дружить, да, присматривайтесь, чтобы с кем-то семью создать. Вы же общаетесь, вы же здороваетесь, вы же знакомитесь, вы же начинаете что-то о себе говорить, да, и вы поддерживаете этот контакт, в том числе там, в Телеграме, еще где-то. Так вот, вот это вот общение и поддержание контакта, это и есть молитва к Богу, молитва. Все, это наше обращение, наше письмо к Нему. И постепенно потом, когда Господь увидит, что вы искренне к Нему, кстати, очень важно про это сказать, искренность. Не лицемерно, не то, что вот я, Господи, дай мне то, что я прошу, потом я тебе там пожертвую что-то в храме, я тебе забуду до следующего раза. Вот когда мы вот так лицемерим, вот так неискренне, да, и не хотим открыть ему сердце вот полностью, ну или хотя бы на какую-то часть, то тогда, конечно, мы много не получаем. Мы об этом говорили, что вот когда мы молимся, то Господь нам отвечает тремя способами, если очень кратко. Первый, я дам тебе то, о чем ты просишь, потому что это тебе полезно для души твоей. Он смотрит на нашу душу. Второе, он говорит, я дам, но не сейчас, потому что ты еще не созрел для создания семьи, для рождения ребенка, или чтобы пойти в монастырь, или даже купить машину. Ты возьмешь и разобьешься на ней, и убьешь трех человек, к примеру. Да? Поэтому все постепенно. Или так, третий вариант, часто у нас тоже такое бывает, когда мы неразумно молимся. Господь говорит, я никогда тебе это не дам. В этом плане я шучу всегда так, что если мы сейчас вот в твоей аудитории начнем молиться, Господи, дай мне $1 000 000, то практически все услышим, я никогда тебе это не дам. Потому что это будет для нас погибельно. Наша душа будет развлекаться, пить, гулять, веселиться, пойдет во все тяжкие, умрет духовно. Да? Вот. Поэтому потихонечку мы должны как раз вот действовать, да, обращаться к Богу и начинать просить Его, ну, дать самый первый добродетель, кстати, да, вера. Дай мне веру, укрепи мою веру. Как Господь говорил, помните, когда мужчина просил у своего больного сына, да, и Господь ему ответил в Евангелии, что если хоть сколько-нибудь можешь веровать, то все возможно верующему. Он говорит, веруй, Господи, помоги моему неверию, этот мужчина ответил. То есть он говорит, Господи, я верую, но вера у меня такая малюсенькая. Помоги моему неверию, укрепи мою веру. Так и мы. Если мы начинаем уже обращаться к Богу, хоть какую-то маленькую молитву, хоть Господи, помоги, Господи, благослови. Если мы начинаем ее творить, то все, уже начинается, вера наша начинает проявляться. Она не только в потенциале, она внутри какого-то, да, состоится, но она реализуется, она воплощается в жизнь. И тут Господь на наш первый шаг, один-единственный иногда, к Нему делает 99 шагов навстречу. Это как вот в фильме, который я очень рекомендую, «Где ты, Адам?». Там есть пример, один старец Григорий Зумис говорит, что наш путь на расстоянии между человеком и Богом 100 шагов, к примеру. Современный монах делает 3 шага, а все остальное Господь навстречу делает. 97 шагов. Тут для нас, мирян, мы хотя бы один шаг должны сделать, да? А иногда, как я опять же шучу, мы хотя бы ногу надо занести, хоть полшага сделать, хоть как-то показать свое движение к Богу.
И тогда Господь сделает к нам 99 или даже с половиной шагов навстречу. Как в той притче о блудном сыне, когда Господь увидел только издалека своего сына, да, ну, там увидел, да, отец вот такой престарелый, хотя он был престарелый, он увидел молодого сына, побежал быстрее него, навстречу ему, обнял, не дал договорить, даже заготовленная речь была, все, отец, прости меня, я не достоин даже сыном быть, я хотя бы в число наемников меня прими, чтобы хоть не умереть с голоду, но Господь не дал договорить даже эту речь заготовленную сыну, и все, он видел сердце его, обнял, вот так и мы. Мы должны начинать с самого малого, с молитвы. Начнем молиться, и дальше Господь начнет выстраивать нашу жизнь так, как нам полезно и ему угодно. И все, и потихоньку дойдем, и человек сам начнет задавать вопросы, а что такое исповедь, что такое причастие, а вообще правильно ли я живу. Кстати, вот этот посыл, который нам нужно дать каждому человеку, который пока еще не в церкви. А правильно ли ты живешь? Это семечко должна быть. Заметьте, сколько вопросов Господь задает в Евангелии. Он иногда только вопросами говорит, а вот это, а знаете ли вы, а что вы думаете об этом, а за кого почитают меня люди. Эти вопросы, они заставляют задуматься. С этого и начинается наша духовная жизнь. Потому что познай себя, с этого начинается все покаяние. Об этом пишут святые отцы. Если ты не знаешь себя, как ты сможешь двинуться к Богу? Поэтому давайте познавать себя, то есть приносить покаяние, изменять свой ум, свое сознание и приближаться к нашему любимому Господу Иисусу Христу. Аминь.